Что касается выборов, я думаю, вы прекрасно понимаете о том, что парламентские выборы до такой степени у нас дискредитированы, что по существу играть в игры, которые каждый раз под видом выборов проводит власть, это по существу всем уже надоело. Не только нам, политическим партиям, но и народу. И поэтому, то вы знаете, 7 партий перед рассмотрением в парламенте закона о политических партиях, о выборах и о средствах массовой информации заявил о том, что если не будут внесены серьезные изменения в законодательстве и не учтены наши предложения, то мы будем вынуждены пойти на бойкотирование парламентских выборов. Вот из этого надо и исходить. Можно дополнить один вопрос? Вообще, на самом деле, что мешает объединиться оппозиции? Сколько было случаев по собрании, ну как бы все время вот на уровне подписи и все. Что? Не было реального объединения. Я понял ваш вопрос. По большому счету, оппозиционные демократические силы объединенно действовали и даже на заре независимости. Формировались различные, как бы по названию силы. И изначально это была республика, потом форум демократических сил, потом ДВК, затем вот застроили Казахстан. Но нельзя считать, что казахстанские патриоты не могут находить общий язык и объединять свои усилия. Но бывают моменты, ситуации, когда в определенной степени оппозиция и ротация имеет с точки зрения управления руководства. Каждый новый руководитель или каждый новый человек, который создает политическую партию или там подобное, не сразу может вписаться в общие задачи борьбы. Поэтому некоторое время вот оппозиция, ну, будем говорить, что слабо объединяла свое усилие. Я считаю, что при нормальной деятельности это все можно навестать, тем более, к великому сожалению, ситуация в стране не улучшается, а ухудшается. Вот все эти мифы о том, что мы лучше всех, мы впереди всех, там подобное, это для красного словца. А на самом деле за 20 лет ничего абсолютно не изменилось для простого человека. Конечно, режим создал слой богатейших людей, и этот слой поддерживает режим, но в то же время внутри олигархов, внутри этих богатых людей тоже уже трещина образовалась. Даже не говоря о других примерах, между отцом и сыном. Поэтому положение не из легких. А в такой ситуации, конечно, находить стык мы могли вот втроем и будем совершенно определенно заявлять, что мы целенаправленно будем работать. Все вопросы в данном случае будут решаться консенсусом. Ни одно мероприятие, ни одно решение не будет приниматься единолично кем-либо. Договорились, мы же объединяемся на условиях доброй воли. И в данной ситуации никто не собирается приватизировать или поступать, как некоторые сегодняшние узурпировать, главное использовать это движение как платформа для наших совместных действий. Потому что сегодня мы представляющие, каждый из нас представляет политическую организацию собственную, не собственную, в которую входит эта политическая организация, партии. У нас хватает дела и в собственных партиях. И поэтому, разумеется, за нами будут стоять люди, которые будут нам давать соответствующие наказы, как нам действовать дальше. И мы будем только трансляторами этих идей
И если в этих вопросах найдем общий язык и точки соприкосновения, она будет выноситься на рассмотрение движения за справедливость. Это не значит, что мы по любому вопросу должны действовать согласованно. Ну, у нас есть возможность выступать от имени собственных партий. Партиях, которых мы представляем. У космонавтов есть понятие совместимость. Так вот, мы как раз два месяца, которые нам отвел форум на принятие решения, как раз проверялись друг друга на вот это качество. Оно очень важное. Психологическое. Да, она потом, потому что она предполагает взаимные уступки, она предполагает глубокий анализ чужих предложений, она предполагает не только слышать, не только слушать, но и слышать и понимать, что говорит твой оппонент, если в данном споре. Поэтому вот мы как раз здесь втроем, те, которые проверены на совместимость. И мы вполне уверены, что вот это вот, как-то, того качества, которое мы в себе обнаружили, его хватит для дальнейшей работы.